Ну а зачем свет снизу? Ты хочешь сделать фильм ужасов? Свет подают снизу. Зачем так сделала ты? Что? Зачем подобное? Ну и как это выглядит? Ну надо смотреть. Вот так о чем мы разговариваем? Он говорил о том, вот представь себе, если Оля уедет, бабушка в Америку, как мы здесь будем кувыркаться с едой? Я говорю, а что у него полон рот родственник? У него нет проблем с едой. На полный комплект. Будет бабушка, ничего сильно не потеряет. И сразу задержу, что пока что надеюсь нет. У него какой?